энергетики находится гороховый суп со вкусом копчености. Основным компонентом в составе является горох шлифованный дробленый. Также содержатся различные масла. Здесь немножко сушеной морковки и лука. Ароматизатор бекон. То есть настоящего бекона здесь нету ни грамма. Также есть кое-какая зелень. Есть зелень вкуса и аромата, а также консервант. Стоимость горохового супа 12 рублей 50 копеек. По инструкции перед приготовлением его нужно размять. Ну, вообще говоря, очень такой твердый, прям как какой-то сахар. Ну и вот в итоге получился такой вот порошочек. И получилось три вот такие тарелочки. То, что касается цвета, то цвет нормальный такой. То, что касается густоты, то суп не жидкий. Вполне съедобное такое кушанье получается. Здесь мяса нету, здесь практически кроме гороха других овощей тоже нету. Если бы сварить такой гороховый суп нормальным, таким, каким он и должен был бы быть, то он бы получился гораздо вкуснее. Также здесь нету никакого бекона. Такой суп можно приготовить, он вполне съедобный. Сельдь.